Оказать помощь в чрезвычайной ситуации – навык, необходимый каждому, особенно тем, кто устраняет аварии. Сотрудники химкинского филиала энергетической компании «Мосэнерго» приняли участие в учениях спасателей. Сотрудников аварийно-восстановительных бригад научили надевать противогазы и мгновенно облачаться в защитные костюмы. Цель данного мероприятия – это охватить максимальное количество нашего рабочего персонала, популяризация всех методов работы гражданской обороны, отработка действия филиала в период возникновения ситуаций, связанных с гражданской обороной. На встрече рассказали об истории развития гражданской обороны. Сотрудники Химспаса провели теоретическую подготовку и объяснили, как пользоваться средствами защиты населения. После около 30 представителей компании отправились на стадион «Родина», где приступили к практике, отрабатывали нормативы по надеванию противогазов. Если не штатное формирование, там 7-8, знаете, 7 секунд должен быть норматив, да. Ну, для остальных 10 секунд. Главное – хорошая физическая подготовка. На стадионе сдавали и нормы ГТО. Фиксируй 4, держать, да, вот так. 5, 6, 7. Сотрудники подготовлены, в принципе, хорошо. Возрастные категории здесь достаточно взрослые, ребята, молодых не очень много. Но для их возрастной категории они, в принципе, сдают все хорошо. Пробежали хорошо, и силовые упражнения тоже сдают достаточно на хорошем уровне. Проверить свою физическую подготовку и сдать нормативы ГТО может любой химчанин. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте и оставить заявку на прохождение испытаний на сайте спорткомитета «Химок». Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.